здесь очень коварная трасса. Да, я уже, ну, это, я уже это понял. Но я не собираюсь. Выбрал свою самую крутую. Ого, а куда? Ух ты, вот это да! Ух, Даник, как мне только что повезло, ты себе не представляешь. Всем привет, дорогие друзья, с вами Даник, и сегодня мы поиграем в Hot Wheels Unleashed. У меня всем в запасе. Привет, друзья. Сегодня всем я привет. Не один, со мной сегодня мой папа. Как всегда. Ну что же, папа, ты готов проиграть? Ну как бы, наверное, к такому никто не может быть готов на 100%. Хочется всегда выиграть, Даник. Согласен с тобой. Ну, по-моему, машинка едет неплохо. По-моему, очень даже неплохо. И тол... Ай-яй-яй-яй-яй-яй, давай-давай-давай-давай. Доллар вырывается вперед. Очень сложная трасса. Да, я тебя предупреждал, я говорил, что здесь непросто будет. Здесь очень важно следить за, ну, за правильностью направления. Давай. У него машина чего-то совсем не хочет управляться. Вперед. Ну, экзотик, пока меня машинка радует. Не зря я за нее заплатил столько бонусов. Или правильно сказать, кредитов, да? Ну, конечно, здесь сплошные повороты, да, Дань? Ага. Интересно, получится ли мне удержать лидерскую позицию? О, пап, я тебя вижу. О, ты маленький жук. Не отдам, не отдам. Не за что! Эх, только бы удержать первенство. Даник, папа, что-то ты притих так, а? Папа, я прям возле тебя. Ну, это меня пугает, если честно. Такой расклад игры тебя устраивает, пап? Что-то ты слишком медленно едешь. Давай я тебя немножко потолкну. А Даник, потом ты, сам наверное, вырвусь. Ты, наверное, блефуешь. Вперед. Ах, нет, все-таки. Ох, вот это соперничество. Ай-яй-яй-яй-яй, ты же папу толкнул. Ну как тебе не стыдно? Даник, ты что, чуть... Папа, стараюсь победить. Стараюсь забрать первое место. Так. Ох, я в напряжении. Вот это интрига. Кто же выиграет? Я догоняю. Не так быстро. А, последний круг. Ну что, есть еще у папы, как говорится, порох пороховнит? Да, папа. Ай-яй-яй-яй, чуть-чуть не вписался поворот. Нет. Не перевернись, ты что? Экзотик, машинка. Привет, папа. Ну, и пока. Не-не-не-не-не, не так быстро, молодой человек. Человой миловек, подождите. А, я улетел. Только без паники. Кажется, на этом раунде я проиграл. Неужели я выиграю? Да, папа, первый раунд ты забираешь себе. Фух, это, ну, Даник, это было непросто. Я тебе честно скажу, я еле-еле. Папа, посмотри назад. Кто за тобой едет? О-хо-хо, привет, папа. Ах, привет. Ты... Неужели ты меня обгонишь, Даник? Нет. Ну как же так? Я победил! Друзья, я в шоке. В последний момент я победил. Подожди, Даник, подожди. Я вытру слезы. Сейчас я прокомментирую это. Но расстраиваюсь, папа.
Ну как так перед самым... Ну видишь, это показатель того, что вот нужно всегда бороться до последнего и не отчаиваться. Видите, друзья, как важно, да? Не сдаваться до самых последних секунд. Ну молодец, Даник, я просто в восторге. Ты... Папа, я в шоке! Выбираем трассу. Ох, здесь, конечно, трассы тяжелые. Да, трассы здесь одна тяжелее другой. Да. Ну, может это, может давай... Ну даже не знаю, наверное, давай какую ты выбрал? Первую, самую-самую первую давай. Самую первую? Самую первую. Ну ладно, хорошо, самую первую. Трасса называется «Гравитационная мастерская». О, Даник, это, кстати, трасса может быть... Возможно, та, где машину подбрасывает гравитация вверх, и там нужно летать. Это очень тяжело. А может быть и нет. А может это все-таки... Так, я спамлю. Ну? Спамлю. Надеюсь на ускорение. И папа вырывается вперед. Ну как тебе моя машинка? Крутая. Но буквально пару секунд и... И что? И я врываюсь вперед. Нет, не так быстро. Ух. Я просто помолчу. Я, Даник, просто немножко не вписался в поворот. Что, смеешься? Нет, ответ сам напрашивается, а я немножко победил. Ты думаешь, ты уже победил? Да. Какое тщеславие, Даня, какая самоуверенность излишняя. Нужно быть уверенным в себе, папа. Ну, это, конечно, правда. С этим не могу не согласиться, но... Ну и давай, папа, будем честны. Я уже на втором круге. А ты, кстати, на каком круге? Только на первом. Эх. Ну да, ты, конечно, в этот раз... Наверное... Да, моя машина просто легендарная. Не оставил ни шанса. Ну, давай сделаем так. Давай... подожди. Стой. Тут нельзя заново начать, да? К сожалению. Преждевременно сдаться не получается. Ну, надо быть реалистом, поехали. Действительно. Я предлагаю сделать какой-то чемпионат. Ну, почему бы и нет? Почему бы и нет? Можно. Да какой-то приз. Давай. Допустим, на KitKat. Ты имеешь в виду на KitKat? На KitKat, папа. А лучше на Вискас. Ну, давай так. Если в следующем заезде выиграю я... Ты мне покупаешь. Что же ты мне покупаешь? Ну давай баунти. Хорошо. А если я выиграю, давай. Ты тоже мне покупаешь баунти. Давай сделаем. Вот это была такая небольшая разминочка. Давай сделаем чемпионат из. Ну, допустим, из 5 заездов. И кто победит, тот и забирает себе. Хорошо. Ну, из 5 заездов давай. Ой-ой-ой, пап, я немножечко остановился так. Думал посидеть, попить кофе. Попить теплое какао, а тут ты. Смотрю назад. Так, давайте посмотрим назад. Догоняет? Ну, я не знаю, я тебя не вижу. А я тебя вижу, папа. Я тебя вижу. Ты на правый Ctrl нажми, когда ты будешь в следующий раз побеждать. Ну что же, почетное, папа? Почетное второе место из 2 участников. Выбираем трассу. Я предлагаю первую. Нет, я предлагаю... Давай с пауком. Там, по крайней мере, знаешь, даже если кто-то... Ну, там и паук есть, и кобра есть. Отлично, все. Я пока что немножко потанцую. Трасса «Дикий-дикий скейт». Итак, счет... Итак, у нас, Даник, счет
0-0. Давай, может, не до 5, Дань, давай до 3. Давай до 3. До 3 все-таки, знаешь, все-таки 5 заездов этого будет немножко утомительно для нас. А вот до 3, так, я думаю. Ну что, готов? О-о-о! Меня сразу же дали буст. Но мне не дали. Мне сразу же дали буст. Ну, видишь, как тебе повезло. Немножко считерю. Так. Вылетаю вперед, и кажется. Кажется, папа. Чувствую, так сказать, уже начинаю чувствовать запах победы. Так, кстати, папа, обязательно собирай чекпоинты. Так что здесь читерить в некоторых моментах не получится. Ну да, да, я вижу, меня уже отбросили назад из-за того, что я случайно немножко срезал трассу. Папа, ну ничего, я пока... Нужно уметь грамотно читерить, так сказать. Паук меня укусил, но я не расстраиваюсь, еду вперед. Ай-яй-яй, куда же я наехал? Я тоже в паутину. Меня укусил паук, но я еду только вперед. Ох, опасная трасса, опасный момент. Ого, какая высота была. Кстати, пап, ты где? Еду. Ты уже на каком? На втором круге? Не, на первом только. О, какая она здоровая, да, эта трасса? Ну, она очень интересная и довольно-таки легкая, то есть... Я еще ни разу не упал, но на мини-карте я тебя видел, так что не дам тебе, папа, ни единого шанса выиграть. Тяжело здесь, конечно. Здесь вообще не видно трассы. А я съехал не туда. Пап, конечно, у тебя был такой большой шанс победить. Я съехал тоже не туда. Но если ты съезжаешь не туда, дам тебе свет. Быстро нажимай на... Зажимай клавишу R. Английскую. Я так делаю, в принципе, но... Знаешь... Ты можешь сэкономить себе пару драгоценных секунд. Которые мне помогли победить в... В предыдущем раунде. Я уже тоже тут случайно контрольную точку пропустил. Меня вернули назад. Ох. Опять. Ох. Да, конечно, здесь нужно быть внимательным. И дрифт! Не получился дрифт. И ультра ускорение. Дрифт. И поехали. Жду максимального ускорения. Включаю десятую передачу. Ты там уже изгаляешься по полной программе, да? Ага. Я пытаюсь прийти на... Превозносишься. Не, я пытаюсь прийти на меньшее количество времени. Ну, друзья, как видите, я говорил, да, у Даника, конечно, уровень игры повыше моего, поэтому я закономерно пока на втором месте топчусь. Ну, ничего. Эх, паук пытался меня заплевать своей... А ты на пауке уже? Паутиной, как ты на пауке? Я в 100 метрах от тебя был когда-то. Ой. Тихо, не падай. И поехали, включаю десятую передачу и влетаю в змею, пау! Дрифтю? Да, папа, дрифтю! Дрифтю.
Дань, я уже сзади, я уже вижу тебя. Ага. Видишь меня? Да, я уже сейчас тебя, еще чуть-чуть я тебя обгоню. Ты в этом уверен? Да, на 100, на 100%. А ты на каком круге? На третьем. Я же знаю, что это неправда. Ты меня в прошлой серии также демотивировал. Я опять под этим мостом немного заблудился. Ай, опять. У тебя реально последний круг? Не, у меня, Даник, второй. Я на втором круге. Я буду откровенен. Я уже на третьем круге. Ладно, пап, дам тебе шанс. Не-не, не надо мне вот этих вот поддавков. Мы, как говорится, и сами с усами. Пап, я жду тебя. Что, хочешь со мной потягаться чуть-чуть, да? Да. Я жду хорошо, тебя. Ладно. Когда ты будешь на повороте, я... буду ехать. Так. Опа, тебя вижу. Привет. Привет, привет. Осторожно, пап, здесь чекпоинт. Поворот, поворот, поворот. И еду на максимальной скорости. О, друзья, вы видели? Там прям миллиметр был. Я бы ударился и проиграл бы. О, нет, я нет, все равно, нет. Да, нет, у меня все равно не получилось, все равно не вписался. И профукал свой шанс выиграть. Пап, я тоже. О-хо, папа, а ты быстрый, конечно. Ну так. Я же тебе говорю, что мы сами с усами. Эй, ты кто? Ты кто? Прости, пап, но у меня такая машина. Это не я такой сильный, это моя машина. Не, машина у тебя, конечно, крутая, Даник, согласен. Я ее очень долго проапгрейживал, она очень долго стоила. Она очень дорого стоила. Ну и... Эй, меня... змея блокирнула. Настоящая змея. Ничего не скажешь. О, пап, я тебя вижу, привет. Вот здесь вот этот темный переулок. Да, он самый тяжелый. Ага. Жду тебя, папа, в какой уже раз. Куда здесь ехать, а? А ты еще в темном переулке? Да. Понятно. О-о-о. Эх, пап. Скажи, пап, как я тебе не поддавался, все равно. Безнадежно. По крайней мере, в этом заезде, да, согласен. Ну да, карта, конечно, была очень тяжелая. Но капля везения, я победил. Ну, все, я тоже прибыл. Значит, 1-0 в твою пользу, Даня. Да. 1-0. И... Ах, я буду сильно кликать. Ну, посмотрим, на что годится моя... супер таинственная машинка. О! Ну так, так, как-то так бодренько. Ага, потому что я на пару секунд не нажал вперед. Ну, конечно, повороты у нее очень такие тяжелые. Пока идем ровно, да, Дань? Почти. Да что ж такое?
Сглупил я немножко. Ну давай, 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 вырывайся. Тяжело, тяжело она, конечно. Тяжелая машина. В плане веса. У-ху-ху-ху. Нет, 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 нет. Ох. Ох, да, здесь, конечно, тяжело будет пройти. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот я немножко подожду тебя. Ты хочешь мне поддаться чуть-чуть? Да. Ну хорошо, ладно. Если ты не против. Хорошо. Пожалей старика, сынок, сынок. Фух. Тебе вот мерзкий паук, да? Ага. Фух, папа, как ты вырвался. Ну. Я просто был на камере заднего вида. Это, папа, всего лишь везение. Да что ж такое, слушай. Я постоянно не замечаю вот эти вот паутины на дороге. А они... Он же стреляет в тебя же. Не, я понимаю. Я просто ждал, что он именно стреляет в меня, но забываю именно про ту паутину, которая уже лежит на трассе. О-хо-хо! Что это такое? Вы видели, друзья, какой-то баг произошел. Ух, вылетел с трассы вообще. Вот это да. Вылетел с трассы, папа. Значит, у меня есть шанс. У меня есть шанс. Шанс есть всегда. Да. Вспомни хотя бы сегодня свой первый заезд. Ага. Как ты перед финишем просто красиво меня сделал. Ну, по канонам любой истории я должен сейчас проиграть. Нет, Дань, ты, пожалуйста, мне не поддавайся специально. Давай догоняй. Ху-ху. Не, я не поддаюсь. Просто я в один момент сглупил, и из-за этого я сейчас на третьем круге только что. О-хо-хо-хо-хо. Ты, кстати, где, папа? Давай, разгоняйся, колымага. А, я тебя вижу, ты аж там. Ого, папа, догнать тебя будет очень тяжелой работой. Ай, да что ж это делается-то такое? Спринт, 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 спринт! Осторожно, осторожно, осторожно. Заезжаю, заезжаю, заезжаю. О, немножко срежу путь. И полечу на всех парах. Ай, давай, врывайся, Кадиллак, или кто ты там? Фух, есть, победа. Я пришел второй, ну? Ну, я тебе скажу. Машина неплохая, но второй раз ее брать не буду, это точно. Друзья, напоминаю вам, это последний финальный раунд. Вот. Я сейчас очень сильно волнуюсь. Сильно-пресильно? Очень сильно. Ну, значит, ты проиграешь, раз ты сильно волнуешься. Что, берем с динозавром? Вот эту первую давай, самую? Давай, давай, давай. С драконом вот этим, да? Давай, она прикольная. Давай, давай. Не, слушай, она такая здоровая сильно. Она? Прям уж очень она огромная. О, давай с клоуном бери. Давай. Дань, с бильярдом. Она не очень большая, и мы на ней еще ни разу не ездили. Ох, ну, это, конечно, коварная трасса. Ну, я думаю, для кого-то из нас Даника нам сыграет злую шутку. Я как-то играл на сервере. Надеемся. С другими игроками. Ох, это ужасная трасса. Будем надеяться, что она загрузится. Да, 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 загрузилась, отлично. Но очень-очень коварная. Итак, этой решающей гонке определится лучший из лучших. Все внимание зрителей приковано к трассе. Погнали! Поехали! Поехали, да. Мощь! Сделал глоток воды и победил. Ох, ты, конечно, Даник, выбрал самую свою сильную машину, я уже вижу, да? Ага. Решил не оставить папе даже ни единого шанса. Ух. Ой-ой-ой-ой. Осторожно, пап. Здесь очень коварная трасса. Да, я уже это понял.
Но я не собираюсь. Выбрал свою самую крутую. Ого, а куда? Ух ты, вот это да! Ух, Даник, как мне только что повезло, ты себе не представляешь. Я представляю, папа. Ну что же, будем наращивать преимущество, пока Даник вытирает слезы. Я не вытираю, папа, слезы, я догоняю тебя. Ай-яй-яй-яй-яй. Динозавр впереди хочет съесть мою машину, но у него это не вышло. Ух ты, вот этот трамплин, о, еще один! Это просто дриблинг какой-то. Ух ты, ты, лети, лети, птичка! Да, отлично, хорошо, идем. Даник, там влажные салфетки для слез в тумбочке слева, если что. Нет никаких слез, папа. Да я чувствую, как ты заливаешь уже клавиатуру, как ты рыдаешь. Ведь, Даник, ты же помнишь, это финал. Да, помню, папа. Это финал, сынок. Клоун. Тут помню какая-то клоун. Супер баганутная трасса. Ой-ой-ой-ой, да. Есть! Тихо-тихо-тихо-тихо! О, фух ты, ого! У меня есть еще маленький, но шанс. Шанс есть всегда, помни, сынок. Особенно проиграть. Лети-лети-лети! Ах! Нет-нет-нет, ну как же так? Разгоняйся! Да нет, опять не могу долететь. Лети-лети-лети! Есть! Фух! Вот это полет! Да, я сам немножко волнуюсь, Даник, если честно. Я тут вообще не могу пройти, пап. Ну все, очень... все, ну перестань, не надо плакать. Не все очень же... Не все же... Коту масленица, как говорится. Есть! Отлично! Ух! Да... Трасса просто невероятно сложная, но очень интересная. И последний круг. Ай-яй-яй-яй-яй, я слетел с трассы. Даник прям дышит в затылок, я чувствую, чувствую. Я прям чувствую, как... У меня прям какая-то невозможная трасса, пап. Не-не, все возможно. Ай-яй-яй-яй, тихо-тихо-тихо. Только, ну смотри, клоун. Не вздумай меня. Ты сейчас на клоуне уже? Это значит мое поражение. Ну не факт, Даня, вот не факт, пока клоуна пройти не могу. Клоуна пройти не могу. Вообще никак, вообще никак. Спокойно. Пап, дай мне шанс. Ну, Даник, я же тоже хочу выиграть, тоже хочу выиграть. И я не хочу расставаться с шоколадом. Не то, мое. Лети, птица. Да, отлично. Еще немножко, еще чуть-чуть. И победа будет нашей. В смысле? Меня отвечает конец карты. Так, динозавр. Ах, ух. Ах, ух. Ты уже на динозавре? Да, да. Ты только на клоуне. Пап, ну да, не верю, маленький шанс. Маленький шанс? Ну ладно, я подожду тебя, хорошо. Все-таки, чтобы, знаешь, я чуть-чуть приторможу. Выдал. Нет, к сожалению, Даник, я не успел притормозить, потому что там уже трамплины было сразу. Даник. Ну, я даже не знаю, что сказать в этой ситуации. Наверное, единственное, что стоит сказать, это... Сынок, все будет хорошо, не плачь. Ну, что еще? Наверное, ты должен поздравить папу с победой, в конце-то концов. Поздравляю! Спасибо. В любом случае, Даник, утешительный приз, шоколадка, все равно твоя. Я же все-таки не могу быть настолько жестоким.
Ну что, друзья, вот такая вот у нас сегодня была гонка. Да, ну можно сказать, в чемпионате у нас 1-1, то есть в прошлый раз я победил, в этот раз ты победил, что будет в следующий раз, никто не знает. Значит, в общем, да, финал получился очень такой неожиданный, очень динамичный. Трасса, конечно, ну на самом деле, ну такая с этим клоуном прикольная была. С вами был Даник Джуниор. Вы были на канале Даник Джуниор, ставьте лайки и подписывайтесь. Да, все, друзья, всем хорошего дня, хорошего вечера и до новых встреч на нашем канале. Все, пока. Всем пока-пока.